нашего мероприятия. Елена Васильевна Репинская, Ольга Васильевна Онищенко, Наталья Васильевна Напалкова, они объединились в литературный клуб. Пока при национально-культурной автономии, но я очень надеюсь, что этот литературный клуб будет литературным клубом Дома дружбы народов и объединит очень многие национально-культурные автономии. И вы знаете, некоторые представители автономии приносят нам стихи на своих родных языках. И я очень признательна, что у нас есть люди, которые готовы перевести, передать характер, содержание и суть, и чувства вот этих авторов, пишущих на родных языках, на русский язык. И таким образом мы можем соприкоснуться с поэзией все, на каком языке мы бы не говорили. Один из переводчиков, наша Надежда Евгеньевна Прохорова, я очень ей признательна, она всем сердцем чувствует каждого автора. Это рубрика «Вернисаж» нашего орнамента, пожалуй, более трепетно мы относимся к этой рубрике. Олег Викторович Юдин, я передаю ему слово, и он тоже хочет сегодня почитать для вас стихи. Добрый день. Через призму времени яркий луч поэзии Тараса Григорьевича пробился сильным лучом, который как раз принес в своих стихах тепло и размах любви к матери, к женщине, к родине. И я это испытал еще не только сначала в школе, но и потом, когда уже учился на самой Украине, уже в институте. Вот хотя бы три небольших стихотворения. Вишневый садик возле хаты, хрущи над вишнями снуют, с плугами знак пахари идут домой, поют девчата, а матери их дома ждут. Все ужинают возле хаты, звезда вечерняя встает, и дочка ужин подает. Ворчала мать, да вот беды-то ей соловейка не дает. Мать уложила все возле хаты, ребяток маленьких своих, сама заснула возле них, затихло все, одни девчата, да соловейка не затих. Как за подушной правой Божия ко мне на дальней стороне пришли тоска и осень. Что же придумать, что же сделать мне, что мне затеять? По оралу уж я брожу, тайком пишу, и стихотвор свой обрешу, и все, что некогда бывало, припоминаю вновь, сначала записывая вновь подряд. Гоню тоску, чтоб как солдат не лезла в душу. Стражник лютый не отстает ни на минуту. Поставлю хату на палатные палаты, зеленый садик посажу, и посижу, и похожу в моем владении небогатом, а в тишине, наедине с самим собой. Так сладко спится, во сне приснится дети мне, и мать веселая приснится, давно забытый, молодой, приснится ясный сон. И ты. Нет, спать мне вовсе не годится, ведь ты приснишься мне в земной, мой рай войдешь, ты незаметно и натворишь беды заветной, сожжешь ты рай, спокойный мой.